В Ростове-на-Дону наградили финалистов одного из самых престижных российских конкурсов среди молодых деятелей телевидения «Студенческий ТЭФИ». За внимание Академии российского телевидения боролись участники из 45 вузов страны. На суд жюри были представлены работы журналистов, режиссеров, продюсеров, операторов, звукорежиссеров, мультипликаторов и других начинающих деятелей экранного искусства. В общей сложности студенты прислали более 500 работ. Однако в финал отобрали лишь 27 из них. Репортаж студентки Института массовых коммуникаций и социальных наук КФУ Виктории Егоровой оказался в числе наиболее успешных работ, представленных на конкурс. Она была приглашена на церемонию награждения в Ростов-на-Дону, где назвали имена победителей. Генеральный директор Академии российского телевидения Этери Левиева лично вручила студентке КФУ Виктории Егоровой спецприз – приглашение пройти стажировку на канале РЕН-ТВ в программе Игоря Прокопенко «Военная тайна». Студенческий ТЭФИ не только подарил мне потрясающую возможность поработать с именитыми журналистами на одном из московских каналов, но здесь я также узнала, как и чем живут студенты-телевизионщики из других городов. Кроме того, мне посчастливилось лично познакомиться и пообщаться с Дмитрием Дебровым, с Яной Чуриковой, с Еленой Афанасьевой и другими знаменитыми теле- и радиожурналистами, ведущими и продюсерами. Конкурс «Студенческий ТЭФИ» проводится среди российских студентов второй год подряд. Организаторы мероприятия уверены, что конкурс закрепит за собой статус ежегодного, а значит, в будущем будем ждать от студентов КФУ новых побед. Аделя Мухаметшина, Универньюз.